У любого жениха и у любой невесты, конечно же, должен быть танец. Молоды? Да! Естественно, это будет наш подарок вам. Именно здесь, именно сейчас, на этой замечательной сцене мы его исполним. Но, сами понимаете, когда стройная, красивая лань танцует с медведем, трудно сделать трогательный, красивый танец молодых. Поэтому не настраивайтесь на слезы и на все остальное, настраивайтесь на позитив, на то, что мы здесь сейчас покажем. Было сделано в кратчайшие сроки, плохо отрепетировано, но от всей души, как мне подсказывает моя любимая невеста. Итак, друзья, танец молодых. С точки начинаем. Что я точка? Дядя, здесь нет. Oh,
самый трогательный танец, который только можно было придумать.